Четырехкратный чемпион мира Илья Ильин серьезно взялся за свой казахский. Наш земляк записался на специальные курсы и берет уроки у репетитора. Илья вырос в Кызылорде, поэтому начальные азы казахского у него были. С завершением спортивной карьеры появилось и время для более глубокого изучения языка. Это всегда было для него одной из главных целей. Сегодня чемпион стремится как можно больше говорить на казахском. И самый важный в своей жизни момент – предложение руки и сердца он сделал на языке своей родины. Илья с Татьяной сейчас вводят тренд разговаривать в соцсетях на казахском языке. Кайрлы кун достар. Салем достар, сәлеметсіздер ме. Бүгін бейсенбі күні. И біз сәттілік күні тілейміз. Сейчас спортсмен живет в столице, работает в Национальном научно-практическом центре физической культуры, но Кызылорда навсегда в его сердце. Чемпион специально для земляков подготовил теплое поздравление с 85-летием области на казахском языке. Құрметті жерлестер, құрметті қызылордалықтар. Уважаемые земляки, дорогие кызылординцы, поздравляю всех с 85-летием области. Мирного неба, процветания, чтобы мы всегда шли в ногу со временем, чтобы наш регион всегда был на высоте. Здоровья нашим родителям, старшему поколению. С уважением, ваш земляк Илья Ильин. Родион Лебедев, Айнур Тумышбаева, Айбек Каржаубай, Тархан Туксид, телеканал Кызылорда.